каждым годом меняется состав участниц конкурса, их количество, обновляются программы, но цель конкурса остается неизменной. Это возможность беременным женщинам почувствовать себя красивыми и активными. Организатор конкурса «Спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» уже 11-й год раскрывает таланты молодых мам. Большая часть будущих мам, участвующих в конкурсе, они не имели талантов до беременности. И беременность – это просто замечательный период раскрыть те способности, которые хранятся внутри них, которые, возможно, им было немножечко неудобно, не вовремя, где-то они стеснялись показать. А в период беременности, благодаря беременности, они, оказывается, способны на многое и готовы просто покорять самые высокие вершины. Покорять вершину решила и Анна Жукова. Причем именно во вторую беременность. Во время первой училась правильно ухаживать за ребенком, а все тонкости материнства узнавала от специалистов центра «Растем вместе». Это был 16-й год. Я была беременна первым ребенком, сыном. Мне сделали предложение участвовать в конкурсе, но я решила отказаться, потому что какая я супермама, если я еще не мама, не знаю, что это такое. И решила, что если я когда забеременею второй раз, если ПДР будет подходить по срокам, то обязательно приму участие. Анна не просто приняла участие, она специально для конкурса пошла учиться в музыкальную школу и игре на фортепиано. Для кулинарного конкурса тоже решила приготовить блюдо, которое впервые попробовала 2 года назад и ни разу его не готовила. Танцы, изготовление подарков ребенку своими руками, дефиле – многое для этих женщин было в новинку. И они готовы доказать всем, что беременность – это яркое время, полное сюрпризов, и каждая мама – лучшая. Всех желающих поболеть за участниц ждут на праздник материнства 22 ноября в зале Дома культуры Центрального района в 17 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.